Владимир Котляров народився 28 жовтня 1987 року в Московській області в Наукограді Дубна у родині простих робітників. У дитинстві хотів стати археологом. Музикою, за власними згадками, зацікавився в 4 класі школи під впливом гурту «Нірвана». У 2008 році зібрав гурт «Порнофільми», який грає музику в стилі панк з відповідно гостросоціальними текстами. Пише вірші. Заочно закінчив Московський технологічний університет, але за фахом інженера-програміста не працював. З подругою Інною 10 років у стосунках. Не курить, не вживає алкоголю, вегетаріанець. Залюбки розповідає про те, що привело до такого способу життя. Всі музиканти гурту живуть у місті Дубна, а «Порнофільми» мають репутацію інтелігентного панку. Вітаю глядачів 9 каналу. В ефірі знову проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. І зараз я перейду на російську мову, тому що в мене сьогодні рідкісний гість із Росії. Його звати Володимир Котляров. І він фронтмен групи «Порнофільми». Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Все-таки Володя. Давайте так будемо, да. Я називати сьогодні. Володя, вас так називали вдома? Друзья называют все практически. А мама? Мама называет Вова. У вас нет какого-то никнейма, какого-то прозвища? Нет, у меня, в принципе, так как меня называют большинство друзей, так же и вот в публичной жизни, в сценической жизни, точно так же меня знают люди, которые слушают наши песни. То есть это совпадает с вашим творческим мироощущением, скажем так? Да, что... и я бы даже сказал, что, наверное, нет четкого разграничения между вот тем мной, каким я представлю перед публикой, когда выхожу на концерты, и между тем, какой я вот в обычной жизни там. Вот. И поэтому, может быть, хотелось это подчеркнуть как-то, когда мы вот, выпустив там, пускай первый альбом мы писали, ну, кто там участвовал в записи, и вот я писал Володя Котляров, так это и пошло оттуда. Вот. Мы сегодня работаем на контрасте, я так, строга, а ты Дэвид Боуи, футболка. Ну, понятно, да. Для музыканта это нормальный стиль обычный, для ведущей, в общем-то, тоже. Дэвид Боуи, просто так я не думаю, что ты стал бы носить его портрет на груди, и вообще мне, где бы то ни мне было. Очень нравится его творчество. Я вместе со своей женой часто мы слушаем. Вот. Ну, вообще, это любимый исполнитель моей жены. Вот. А то есть это на самом деле меня, футболка, привет жене сегодня. Вообще, это ее футболка, на самом деле. Да и, ладно. Да, я ее просто одел. Вы практикуете обмен в гардероб? У нас одинаковый размер одежды. Вот. Как это удобно, слушай. У нас и штаны совпадают, и футболки. Вот, и... Как бы у нас все общее. Общий шкаф открываешь, раз, взял что-нибудь, одел и пошел. То есть все общее, вообще нет ничего ее, ничего твоего? У нее есть прям такие, ну, прям полностью женские там какие-то. А, то есть девочка там тоже есть, ну, да? Ну, конечно, у нее есть там платье, которое я не ношу. Мне платья не идут. Вот. Обувь одинаковая тоже? Обувь у меня больше. У меня большие такие, не повезло. Ноги. Тут жене не повезло, да? Или тебе? Неизвестно. Скажи, кем ты хотел быть в детстве? Помнишь? Вот мне просто всегда интересно спрашивать об этом. Объясню почему. Потому что интересно потом сравнить вот детские мечты и их реализацию во взрослом возрасте. Очень мало у кого это совпадает. Это крайне, ну, исключительный случай. У меня были такие в детстве... Совсем в раннем детстве, вот сейчас, если так поворошить воспоминания, я помню, что я хотел быть археологом, но это совсем, это дальше, наверное, ходил в детский сад, я думаю, примерно тот период моего детства. И потом как-то ни к чему я не проявлял интереса. И вот я помню четко, что в 4 классе я захотел стать музыкантом. Сколько мне было лет в 4 классе, если так посчитать? Ну, лет 10 примерно, 11. Я услышал группу «Нирвана». Мне как раз подарили первый кассетный плеер. И кассет не было. Мне одолжил одноклассник кассету группы «Нирвана». Я ее поставил во время какой-то школьной экскурсии. Мы поехали с классом куда-то. Вот я включил и был просто, ну, наверное, шокирован, поражен приятным каком-то
контексте, да. Тебе уже больше, чем 27, я так на всякий случай спрошу. А я сейчас скажу, сколько мне. Мне будет скоро 29. Ой, отлично. То есть клуб 27 мы уже проехали. Просто вот хочется с живым все-таки с тобой еще пообщаться на будущее. Потому что когда говорят о пристрастии к музыке, о которой ты говорил сейчас, всегда становится немножко там страшновато. Потому причем, что это не только музыка, это же стиль жизни. Причем, да, и да, как раз об этом тоже можно прям отдельно даже рассказать. Поскольку я из маленького города, сначала все, что я мог знать о музыке и о панк-роке, это вот эти кассеты. Потом они сменились дисками, коллекция росла. То есть мы видели клипы этих исполнителей, смотрели интервью с ними, там какие-то рассказы, слухи доносились. Потом, конечно же, мы все знали, что Курт Кобейн принимал наркотики, потом застрелился. Вот это прям будоражило нас, как это так, как может человек вообще так поступить, да. С публикой, и взять и уйти, да? И вообще самим собой. Самим собой. Угу. И со своими там родственниками. Вот. И, ну, потом... То есть было желания последовать примеру и сказать, о, вот он кумир, какой он классный, молодец. Ну, в детстве, конечно же, вообще такие мысли полностью отвергались. Ну, это отлично. Потом... Здоровая психика, неожиданно был открыт еще один музыкальный мир. Мир аналогичный тоже музыки, тоже панк-рок, но русскоязычные. То есть стали попадаться сборники с какими-то российскими панк-группами. Там, Наив, Таракан, там, Пурген. Очень много групп разных. Прям, ну, это несколько волн. Как пласт пошел такой, да? Да. И это все я начал впитывать тоже. Там уже это был класс 6, 7, 8, 9, там, уже 10. Были Тараканы в твоем 6 классе? Тараканов я гораздо позднее открыл для себя. Мне тогда больше, ну, Наив был, да? Больше Наив нравилась группа. Это, по-моему, был 2001 год, когда я услышал группу Наив. Вот. Король и Шут, естественно, его слушали, по-моему, все вообще. Они как-то так неожиданно появились. И просто... А Сектор Газа ты не слушал? Сектор Газа был период, когда слушал. Ну, не очень долго. Вот. И в какой-то момент я услышал Гражданскую оборону, она перекрыла вообще все эти группы, которые... были в моей коллекции, и я полностью переключил все внимание на Гражданскую оборону, собрал там все кассеты, которые были в Дубне, которые продавались. Вот раз уже зашел разговор о Гражданской обороне, вот просто вот коротко, если можешь, вот объясни вот этот феномен Егора Летова и Гражданской обороны, потому что мне он не очень понятен. Ну, я старше, и для меня панк-рок — это скорее вот западные какие-то штуки, Джонни Роттен, Сид Вишес и там еще какие-то там вещи. Потом уже, гораздо позже я познакомилась с тем же направлением в России, в Украине, и мне вот как-то вот мимо меня прошла Гражданская оборона, но я вижу сейчас, когда уже нет Летова, да, очень много поклонников и очень молодых. Это вот подростки, там, 20-летние, есть 50-летние, там, да, и старше. В чем вот феномен именно этой группы? Вот, если процитировать моего, можно сказать, учителя, в каком-то смысле, а может быть, ну, по крайней мере, друга, хорошего, точно. Лидер группы «Последние танки в Париже» Алексей Никонов сказал в одном из интервью, что Егор Летов заменил следующему поколению людей Достоевского по глубине мысли, которую он нес в своих там песнях, особенно в поздних. То, что он начал делать с 90-х и там до последнего альбома «Зачем снят сны», который вышел там уже в 2000-х годах. По глубине мысли, по вот этим вот всем тонкостям экзистенциальным, то есть вот это самокопание, это изучение самого себя. И рефлексия, да? И проецирование, вот это вот в тексты, в стихи, еще огромное количество информации он умудрялся в интервью просто говорить в каждом. Ну, у него так, ну и причем я вот еще там 10 лет назад, а когда еще более активно слушал Гражданскую оборону, каждый день просто по много раз там переслушивал какие-нибудь альбомы, я половину вообще не понимал, как оказалось, что он говорил и о чем он пел. И я вот сейчас там иду по улице, раз вспомнил какую-то строчку и такой, вот так вот же о чем это было там. Или читаю какую-нибудь книгу, там, ну,
которую я точно знаю, что читал Егор Летов. Он там рассказывал же в интервью о своих любимых книгах, там, фильмах. Там, вот. И начинаешь понимать, что это не набор каких-то фраз, а это четко выстроенная какая-то конкретика. И нужно просто знать еще какие-то там источники информации. То есть это гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. То есть он говорит не договорками, но если ты в курсе, о чем он говорит, тогда у тебя выстраивается полная картина, и ты понимаешь, что это очень глубоко сказано, и что над каждым текстом он, по крайней мере, очень много работал, и не просто так на ходу слов каких-то навставлял, а подбирал методом, может быть, перебора какого-то. То есть проделывал над каждым текстом такой большой труд. Я напомню нашим зрителям, что сегодня наш гость Володя Котляров, он лидер группы «Порнофильмы». Ты считаешь себя лидером? Вообще-то корректно говорить так? Лидер группы? Не знаю, у нас такие демократические отношения в группе. Ну, каждый участник незаменим, и каждый свою часть общего дела выполняет. Только благодаря этому мы смогли вообще чего-то добиться. Ну, когда, вот как раз рассказывая о молодости, как все это вообще... Ты еще не стар. Ну, а совсем молод. О раннем периоде, о раннем периоде моего творчества и о том, как я в это все втягивался. И как раз я хотел рассказать об образе жизни и о том, как я собрал первую группу и почему она развалилась как раз. И почему сейчас у нас группа не разваливается. Ты хочешь об этом поговорить? Да, ну, раз мы начали этот рассказ. Давай. Дело в том, что после того, как я уже определился с вектором в жизни, что я хочу быть музыкантом, начали пытаться там осваивать гитару, первые аккорды там пытаться там брать. Это все в 11 лет где-то примерно? Нет, это уже 10-11 класс примерно. В 11 лет просто вот первый вот этот вот толчок произошел, первый культурный шок. А вот ты родителям говорил, что я буду музыкантом, например? Ну, они были против всегда. Они говорили, что это все фигня, это надо настоящую профессию какую-то там получать. Но настоящая профессия никакая меня не интересовала. А что в пример приводили? Вот какая профессия настоящая была вот для родителей? Ну, как и все родители, наверное. То есть можно посмотреть и на моем примере, например, наверное, по крайней мере, одноклассников моих, которым то же самое родители их говорили, что надо обязательно закончить школу, пойти поступить в институт, надо получить обязательно корочку, надо устроиться на хорошую работу. Там. То есть, ну... Но они же хотели добра, они программировали на то, чтобы вот вы жили, наверное, лучше, чем родители. Ну, я так думаю, да? Я думаю, да, конечно. У твоих родителей высшее образование есть? Ну, вот нет, и поэтому они хотели, чтобы я получил. Вот, видишь как. Вот, но тем не менее, как бы... Ты все равно шел своим путем. Вот это ты ощущал, когда... силу сопротивления или нет? Я думаю, постоянно. Постоянно, потому что мне все время говорили, что у тебя ничего не получится, бросай это дело, это ничего тебе не принесет. Были такие, как бы сказать, напутственные речи, что ли, поучительные, что... Ну, нотация, там, нотация, может быть, не от папы, а от каких-нибудь родственников. Ой, да мы тоже в школе там... У нас был в школе ансамбль ВИА. Мы тоже там что-то играли, да это все фигня. У тебя потом будут другие интересы. Это ты сейчас играешь. Перебесишься. Потом тебе надоест. Да, да, да. Шли годы, и ничего не менялось. Да, и все время хотелось играть, там, учиться этому. Так вот, и в какой-то момент оказалось, что у нас в городе Дубна есть тоже какие-то музыканты, которые там у нас старше на 10, на 15, даже на 20 лет. И когда мы с одноклассниками собрали, ну, там не только были мои одноклассники, там был человек из моего класса. Друзья друзей. И еще, да, какие-то там, ну, то есть нашлись единомышленники среди сверстников, и мы собрали первую группу и репетировали мы, у нас такой был дом детского творчества, и там был кружок, где, ну, вот как раз... что-то типа ВИА. Там были гитары, был руководитель, он нас учил играть на всех инструментах, каждому какой-то инструмент был вручен, и мы там играли каверы на Битлз, пытались играть там, ну там, потом мы говорим, давай мы будем лучше играть. Нирвану.
По-моему, ну, на Нирвану мы не добрались, мы играли там каверы на группу Кино. Там, потом, ну, конечно же, хотелось скорее свои песни уже играть, потому что уже на тот момент даже какие-то были свои песни уже написаны. Ну, которые как раз сегодня уже давно забыты, и мы даже не вспомним, наверное, ни одной. Вот. Но, тем не менее, вот, начав музицировать, мы познакомились с музыкантами, и абсолютно все эти музыканты употребляли алкоголь, кто-то употреблял наркотики. Кто-то тяжелые. Ну, тяжелых было мало, в основном легкие наркотики. И именно вот такой образ жизни, который вели вот эти люди, также те люди, которых мы могли видеть в клипах или слушать на кассетах, на дисках, они вели такой же образ жизни, и, ну, мы отождествляли, что если ты музыкант, ты должен обязательно вот так вот жить, ну, как бы, иначе ты не музыкант. И, ну, то есть выбора никакого не было. Но это пугало или привлекало? Или это просто осознание это того, что вот только так и все? В это как-то медленно просто мы втянулись, потому что мы в старших классах начали в школе там выпивать уже, там, и пиво, и потом что-то покрепче. Потом, когда мы познакомились с этой тусовкой, и они уже давным-давно пили все, а мы только начали выпивать. И все равно мы уже были на одной волне какой-то. В основном все эти тусовки и встречи происходили в какой-нибудь пивной, а концерты в Дубне достаточно редко проходили. Надо отметить, что Дубна – это небольшой наукоград. 70 тысяч человек, да. Где живут ученые? Ну, химики, да? Раньше там жили ученые, они основали этот город. Сейчас там... Теперь панки живут. Там кто только не живет, еще очень много разных людей. Вот. Но самое интересное, что как-то невольно я втянулся вот в этот образ жизни, и он меня практически поглотил. Чуть-чуть не угробил. Даже, бедные родители. Можно сказать так. И в какой-то момент уже мне было 24 года, и я просто осознал, что у меня и группы уже нету, как... года полтора-два, и я занимаюсь полным саморазрушением, просто ничем не занимаюсь, не работаю, не там даже, ладно, там музыкой перестал заниматься, но и профессии у меня никакой нет, и вообще я просто опускаюсь на дно все дальше и дальше, и как бы, ну, впервые у меня в жизни стал вопрос, а зачем я это делаю, меня же никто не заставляет, и... Это какой-то... была депрессия или это был какой-то страх? Или вот, вот что тебе дало понять, что надо что-то с этим делать? Я проснулся утром. Была какая-то граница. С похмелья, с ужасного, у меня болела голова, давление прыгало. И я просто впервые в жизни задумался, а зачем я вот так живу, почему? Почему я себя вот настолько не уважаю, что... И почему я себя не люблю и не уважаю, что вот я позволяю себе уже там столько лет... Там, наверное, с 18 или с 19 лет до 24 каждый день вот такой образ жизни вести. Как бы зачем? И вроде бы как я хотел музыкой заниматься, так я ей не занимаюсь. И никто в этом не виноват, кроме меня. И мои родители страдают, глядя на все это, не могут ничего со мной поделать. И моя девушка тоже, с которой мы едва-едва уже на тот момент не расстались. Я просто подумал, что... Не пора ли мне просто изменить свою жизнь полностью? Это не были какие-то знаки, какие-то голоса. Нет, все нормально с этим было, да? Вот это, нет, снизошло и все. Мне кажется, что это был мой собственный голос совести. Который... А ты вот сейчас так, ну, откровенно достаточно об этом говоришь, не скрываешь эту историю свою. Вот, ну, вот я всегда стараюсь искренне говорить, потому что, может быть, кому-то поможет это. Потому что я до этого себя считал абсолютно безвольным человеком. И когда меня звали выпивать, я всегда не мог сказать нет. Ну, есть же, понимаешь, куча книжек интересных, да, и там... Есть декодирование, но оно не помогает. Занимательных интервью о том, что без допингов нельзя творить. Это все ерунда. Мы же все читали, да, эти книжки там и там. Все равно все, кто пишет, они все равно пишут всегда трезвые. Они могут это написать после какого-нибудь опьянения, там, наркотического или алкогольного, ну, на выходе, там, то есть, или с похмелья, но они все равно будут трезвые, потому что, когда ты
переживаешь опьянение, твой мозг, он не работает на 100%, он, ну... То есть ты не писал тексты под влиянием алкоголя? Нет, да, что ты можешь написать, это будет... Я либо... не знаю, я не пробовала. Это будет либо какой-нибудь бред, либо, ну, просто ничего не получится. Сейчас алкоголя нет в твоей жизни или он есть? Вообще скажем, нет, я уже не пью 5 лет, вот в этом году исполнилось лето. То есть вот 5 лет тебе назад не зашло и да, ты завязал? Да, и вот с тех пор я ни разу не выпил и с тех пор... То есть пор... ты сам с этим справился? Вот, да, я как раз вот почему я решил рассказать этот что случай. Можно, да? Когда я услышал голос своей совести и... Настолько меня возмутило, что до этого я никогда не пытался это сделать, никогда не пытался изменить свою жизнь. И, ну вот, как, ну, то есть как ты говорится... Ты до этого дорос, что ли? То есть ты же мог и раньше к этому прийти. Я всегда мог это сделать, и почему-то не делал этого. И вот в тот момент я осознал, что я все время мучил себя, и тут мне просто надоело мучиться. И я решил, что я больше никогда себе не позволю вот так жить, и... Во что бы то ни стало, постараюсь наверстать упущенные какие-то моменты, в том числе и в музыке, и в личной жизни. И это был, кстати, 2011 год. И где-то примерно через полгода мы снова возродили группу порнофильмы, которая на тот момент существовала уже 4 года, 3 или 4 года, и мы, ну, по выходным репетировали там. И, ну, никто нас вообще не знал, у нас концертов не было, там, альбомов после не того, было нормальных. После того, как ты, скажем, завязал, да, причем процесс пошел? Да, и мы в 2012 году начали записываться, выступать. В 2014 вот вышел альбом «Молодость и панк-рок», который... Все записывали в гараже, правда, пишут в интернете, и до сих да? пор записываем, да. Да? То есть, правда, да. Это не легенда. Ну, мы я знаю просто, что многие любят там... Мы научились сами это делать, просто побывав на студиях, мы посмотрели... Как процесс происходит. Ну что, можем и... сами, да? Да, да, да. Нам надо просто компьютер, карту, там, звуковую, микрофоны. И мы, в принципе, то же самое можем сделать. Uh-huh. И вот как раз наш гитарист Слава, он освоил программы все для звукозаписи. Почитал учебники, там, посидел дома, позаморачивался. И вот он занимает в группе как раз важную роль в плане... доведение до ума. Наукоемкости вашей. Да, нет, да, да. Алкоголя, курение. Курение тоже было брошено. Нет. Как раз одновременно с алкоголем. Что еще удалось в себе преодолеть? Ну, вообще там все вещества были оставлены. Вы вегетарианцы, насколько я знаю, да? Вся да, группа? Да. Ну, вегетарианство – это такая вещь, к которой человек приходит всегда сам. Ну, то есть нельзя ему ни навязать, ни пропагандировать, потому что если он внутренне к этому не готов и не располагает. То есть это, ну, как бы сказать, в какой-то момент жизни может так случиться с каждым человеком, абсолютно с любым, когда он просто неожиданно начинает чувствовать новую эмоцию. Она называется всеобщее сострадание. Ты начинаешь испытывать сострадание и любовь и ко всем людям, и к животным. Ты начинаешь понимать, что вот... Что это просветление. Ты не хочешь никому причинять боль в жизни... не физическую, не моральную, в том числе и животным. Ты начинаешь понимать, что животные, они не просто какие-то роботы или вещи там бездушные, они тоже обладают сознанием, просто оно у них не развито. Но они могут испытывать какие-то эмоции, они могут испытывать там и счастье, и грусть, и радость, там, и боль. То есть есть животные, которые плачут, например. Там, да, то есть, и... То есть ты вегетарианец из сострадания? Ну да, конечно, конечно. А ты вот скучал за вот ну, у меня за много, мясо, ну, у меня скажем, много да? причин, которые меня сподвигли к этому, потому что когда еще я употреблял мясо, у меня уже было много знакомых вегетарианцев, ну я над ними все время смеялся, как мне сейчас, конечно, стыдно об этом говорить, но это правда, я смеялся над ними, потому что я не понимал их. И они все разные аргументы приводили за свою точку зрения. У каждого был свой аргумент. И когда только до меня дошло, уже до меня лично, вот, и после этого я вспомнил уже их аргументы и понял, почему они отказались. Там, кто-то считает, что это полезная диета достаточно. Ну, кто-то вообще считает, что это не диета, а наоборот нормальное питание. И есть даже там исследования, которые
рассказывает о том, что мясо вообще приводит к скорому старению, и там, ну, там много токсинов, что наш организм, он вообще не очень приспособлен для переваривания мяса, поэтому человек его и придумал вообще варить, чтобы оно лучше переваривалось, потому что все это хищные животные едят сырое мясо, и с этой точки зрения мы не хищники, потому что мы его варим, мы не можем сырое мясо есть, у нас и когтей нет, и зубов острых, чтобы мы могли там жертву сначала догнать, а потом ей глотку перегрызть и сырое мясо там. Слушай, тебе надо просто вот съедать, к да. молодежи выводить, чтобы ты с ними разговаривал. А я разговариваю после концерта с ними обычно. Вот, ну, никакой ЗОЖ не войдет вот, вот без примера живого. Вот пообщавшись с тобой, я уже тоже начинаю задумываться о разных вещах. Кто-то, например, говорит о том, что это полезно, кто-то говорит, что это негуманно. То есть это... У всех свои причины, в общем. Да, да. Вы не боялись ехать в Украину? Я не боялся, потому что война. С 2012 года у нас много слушателей появилось, которые из разных городов Украины, и которые нас ждали очень долго. Но тогда мы мало куда ездили, мы в России-то как-то не очень хорошо организаторами воспринимались. Сначала из-за названия, ну, потому что порнофильмы там. Ну, то есть... Ну, панковская группа не может называться там, ну, я да, не надо знаю, немного, колокольчик, надо да? немного эпатировать все-таки. Нужно, быть... нужно вот немедленно дать понять, с кем люди имеют дело. Раздражающий фактор должен какой-то быть. А кто придумал? Ты придумал? Придумал я, было много вариантов. Мы хотели придумать вариант, который будет, ну, не будет матных слов, но будет вот такой эффект, как будто это матное слово. И он работает, действительно. А ты смотрел порнофильмы в каком-то возрасте? Там? Ну, они мне попадались, конечно. Они сейчас в интернете, по-моему, везде вообще. ВКонтакте там. Вот если, например, ВКонтакте в поиске писать порнофильмы, чтобы посмотреть, какие песни наша аудитория чаще себе на стены репостит или там. Ну, просто... Мы же должны изучать. Ну, конечно, спрос. Чтобы потом на концертах программу составлять из тех песен, которые людям больше нравятся. И они постоянно вот выскакивают, вот эти вот видеоролики, содержание вот этого. Ну, и есть люди, которые ищут порно, заходят к нам в сообщество. Нормально. То есть работает и вам в плюс, например, тоже. Никак не коверкали вот ваше название, там, например, какие-нибудь эти... Ну, на афишах. То есть всегда пишут правильно, не, да? Не-не-не, на афишах пишут «П», «Три звездочки», фильмы, там, ну, боятся. Что даже такого боятся? Ну, слово «порно», официальный термин, ничего такого. У нас очень иногда трудно организаторам проводить музыкальные фестивали летом, потому что ну, они никому не нужны, эти фестивали. Меньше гемора, когда их нету. Стараются искать причины для того, чтобы какой-нибудь фестиваль запретить или отменить. И группу порнофильмы не приглашать. Боятся, да, что увидят в афише слово порнофильмы и такие: о. Ну, понятно, чему они учат молодежь. Такое уже было. В Великом Новгороде должен был быть музыкальный фестиваль. Мы были заявлены. Какой-то, как сказать, новогородец, журналист местный написал на одном из интернет-порталов, видимо, хотел привлечь внимание, написал: на День города новгородцы, мы видят порнофильмы. Отлично. А дальше уже идет статья, в которой рассказывается, что будет на День города рок-фестиваль, в котором, в числе прочих групп... Очень привлекательный заголовок. Да. Дошло до администрации города, все всполошились, скандал, и вызвали в мэрию организаторов, запретили им привозить группу порнофильмы, и еще и под конец решили немножечко их пожурить, проучить, и сказали, что вы что, еще этот фестиваль в День России проводите? Нельзя, переносите на следующий день. Окей. На следующий день половина групп не смогла приехать. Ну, я не зря спросила, не боялись ли ехать в Украину. Ну, во-первых, война, да, и все-таки в Днепропетровск совсем недалеко идет война, и там действительно идут военные действия. Но дело в том, что вам же возвращаться придется. Нет ли, не пострадает ли вот твоя репутация? Мы уже возвращались два раза из Украины, и все нормально было. Дело в том, что почему мы не боялись, потому что у нас с 2012 года много слушателей накопилось. То есть они вас тут защитят, если что, не да? то чтобы защитят, они просто нам рассказывают, как на самом деле обстоят дела. То есть кровь мальчиков никто не пьет, это вы знаете, конечно, да? Конечно, конечно. И, ну, к тому же,
нельзя забывать о том, что у среднестатистического россиянина есть либо друзья, либо родственники в Украине. Угу. У многих украинцев есть родственники в России или друзья. И все равно они все между собой общаются. Как бы происходит вот это вот общение в обход официальным точкам зрения, которые мы видим в телевизоре. Там, и по вашим каналам, наверное, какие-то показывают передачи про нас, что у нас там все сошли с ума. Жители. Всяко бывает. Вот. Всяко у бывает. Нас говорят про украинцев, что все сошли с ума. Ну итоге... вот мы сидим, вот два гражданина разных стран, и это все хорошо. Никакой разницы не ощущается, скажем так, в общении. Вот просто общаемся. Я даже вот, ну, забыл. Я вообще вот приехал и забыл, что я в другой стране, на самом деле. Ну просто, как бы, я же понимаю, о чем люди говорят. Мне не нужен переводчик. Угу. И... Ну, если говорят по-украински, ты понимаешь в целом? Или... В целом понимаю. Совсем тяжело. Вот, в целом понимаешь. Угу. Вечером и сегодня с утра смотрел в отеле телевидение, угу, ваше местное. Новыны. И все, угу, понятно было там, в принципе. Ну да, слово «новыны» от слова «новости» не сильно отличается. Можно догадаться, включив там какие-то мозги. Да, да. Но мне вообще интересно, как вы в России-то выжили, потому что я читаю тексты, да, мы просто люди, мы так хотим мир, в котором не будет стыдно перед детьми. То есть, в общем-то, текст как бы на первый взгляд там обо всем хорошем, да, и ни о чем плохом. Вот. Но дальше хватит нам врать, да, это вот на самом деле достаточно этой фразы, чтобы этот текст считать остро там таким вот социальным, да, и там, ну, не скажу антигосударственным, но кто-то наверняка там... фраза «хватит вам врать» чаще всего людьми воспринимается как посыл там не к соседу, не к родителям, не к школьной учительнице, а именно к людям, которые имеют власть. Как вы выжили? Как вас вообще вот на свободе держит? Может быть, держит? Наша популярность еще не настолько велика, чтобы нас заметили. Хотя, конечно, нас заметили на самом деле. И ну, мы прекрасно понимаем, что за нами уже наблюдают. Но главным аргументом, почему мы все это делаем и продолжаем делать, потому что мы считаем, что кто-то должен об этом говорить, во-первых, да? То есть, ну, кто-то должен... говорить, что думает обычный человек, простой. Вот. Не такой человек, которого могут показать по телевизору и который будет программировать население, а вот то, о чем говорят на кухнях, то, о чем говорят на обеде, на любом там, может быть, заводе или там, ну, на работе. На курилке? Какой-то. Да, это простые разговоры людей, и это... наверное, один из тех источников, который вдохновляет на написание песен. Во-вторых, я считаю, что панк-рок, поскольку мы играем панк-рок, и мы выбрали вот этот жанр, он вообще сам по себе должен быть таким. Он должен быть социально вдумчивым, социально активным, и он должен говорить о тех проблемах, которые действительно важны. Но это довольно опасно все-таки, я думаю, нет? Ну, конечно, многое опасно. Сейчас даже за репост в интернете могут там какой-нибудь или штраф, или арест, например, применить к человеку. А он всего лишь там песню какую-нибудь себе. Ну, вы отдаете себе отчет, что вот, в, скажем, в вашей стране это может, то, что вы делаете, может быть расценено как там политический переворот какой-нибудь или еще что-нибудь? Ну, мы не считаем себя экстремистами. Мы не считаем, что то, что мы делаем, это... к чему-то призывает, мы, ну, и если к чему-то мы призываем, то мы призываем только лишь к сознательности, ну, чтобы человек просто начал думать своей головой, не так думать, как ему телевизор говорит, а просто постарался свою собственную точку зрения. Мы показываем пример того, что вот может быть своя точка зрения. Можно говорить... Неважно, какая. Просто, иначе, да, на самом деле? Ну, конечно, конечно, очень важно выработать в себе критическое мышление. Ну, как бы, и что такое критическое мышление? Это когда ты, например, прочитал, допустим, Новый Завет, потом ты прочитал Ветхий Завет, потом ты прочитал, скажем, там, Тору, потом ты прочитал, например, Коран,
и потом ты еще, например, ознакомился с буддизмом. И после этого ты сделал какие-то выводы. Ты нашел, выбрал. Нашел что-то схожее во всех этих книгах. Потом ты нашел все противоречия, проанализировал это, и потом у тебя выработалась своя собственная точка зрения, ну, что-то типа своего мировоззрения в религиозном смысле. Когда ты, например, понял, что все эти книги учат тому, что надо друг друга любить, надо вот, быть добрым, там, да, не убивать, там, вот, ну, вот такие простые вещи понятные, на которых все эти религии построены. И потом ты понимаешь, что здесь тебе говорят ходить в таком-то платке, здесь тебе говорят, что надо ходить без шляпы, в такое-то здание заходить, здесь тебе говорят, что ну, людей без критического мышления, ими же легче управлять, это ну, же конечно, мы понимаем конечно. Прекрасно. Да, да, и здесь тебе говорят, что в такой-то день нужно делать то-то, то-то, а здесь надо отдыхать. Ты понимаешь, что вот, вот, вот эта часть, это просто правила и инструкции для поведения ну, какого-то социума. А вот эта часть... Это то, что можно... можно вариативная относить, составляющая. Да, это духовность, это вот то, что относится именно к развитию личности. И тогда ты отбрасываешь все, что было придумано людьми, оставляешь только вот ядро, то, что вот, испытывает ко всем любовь, сострадание. Там. Вот это, наверное, и должно быть религией. А вот эти все правила про головные уборы... Во всех религиях свои головные уборы, это же глупость какая-то вообще. Ну, на самом деле, людей просто... Ну, это внешние отличия, их отвлекают, возможно, их просто. Отвлекают от вот этого... Ну, они, от, они, от главного. От главного отвлекают ритуалами всякими. Что это за татушки у тебя? Это Егор Летов вот как вот раз купил воздушных шариков и улетел. Вот. А это птица, которая изображена на обложке альбома «Молодость и панк-рок». Ну, наш альбом. Ты не двуглавый орел, все, я спокойно, нормально. Ну да, к счастью, нет, мне вроде правильно нарисовали все с эскиза. Ну вот, кстати, по поводу опасности, да, вот родители же твои вот следят за... Родители не общаются с нашими слушателями из Украины, они как раз телевизор смотрят. Из Украины нет, а вот в России, они же слышат, что ты поешь, они тебе не говорят... Сынок, будь. Не, ну они, конечно, волнуются, боятся. Ты один в семье? Не, у меня еще есть брат младший, ему сейчас 18 лет. А, ну, в общем, есть на кого обратить свое внимание, может быть, чуть проще поэтому, да? Да, да. Ну, все равно, как бы, я первый раз ездил, они очень-очень-очень боялись вообще, прям. Говорят, звони постоянно, пиши смски. Ну, потом мы приехали, все нормально. И я им рассказал, что вот мы гуляли там по Киеву, очень красиво. Никто у нас пальцем не тыкал, не говорил, что вы там русские. Там. То есть мы да заходили... никто и не знал. Да. Две руки, две ноги. Да, да, да. Все то же самое. Как бы, ну, важно, наверное, еще сказать, что и я, и ребята из группы, мы все себя считаем, если и говорить о патриотизме, то мы себя считаем... гражданами планеты Земля. В первую очередь мы считаем, что все люди, их родина, планета Земля, на границе ее разделили абсолютно искусственно и без какой-либо логики здравого смысла. Исключительно исторически так сложилось. Потом каким-то недоразумением, может быть, это происходило. То есть, и не нужно, например, испытывать... То есть у нас даже есть песня очень, кстати, важная, называется «Гордость». Она о том, что глупо гордиться вещами, в которых нет твоих собственных достижений. Например, ты родился мужчиной, а не женщиной. Это случайность. Но многие гордятся. Будь мужиком, да, там, и там. А на самом деле это случайность. Как бы в этом нет твоих достижений собственных. И мы все как бы, что не надо людей делить на пола, что один пол важнее другого, не надо их делить на черных, белых, там, желтых, все... Высокие, низкие, толстые, худые. Все люди, да, одинаковые, все равны. И а ты хотел самое... бы вот побыть девушкой, например? Не знаю, да как-то никогда об этом не думал. Ну, я вообще считаю, что человек, когда воплощается, вот в этой реальности рождается, он приходит для того, чтобы, ну, как бы учиться жить, получать определенный опыт, развиваться. И не просто так ему это тело дано конкретное, то есть не просто так
сознание вот вселяется... Все не случайно. В то или иное тело, да. А в панке есть вот классные девушки? Вокалисты? Очень мало, в плане музыкантов, вообще групп сейчас таких, наверное, практически нету, может быть, в андеграунде. А среди слушателей, конечно же, есть поровну и ну, среди мальчики, слушателей, понятно, у вас, наверное, очень много фанаток вообще-то. Что для тебя ценно в общении с фанатами вот на самом деле? Мне очень интересно, как люди в разных городах живут, в разных странах там, и вообще интересно, как они вот мыслят. Мне интересно, о чем думают люди, которые младше меня на 10 лет или на 15. Но, ну, не, наверное, скорее на 10. Но, тем не менее, они слушают мои песни. И вроде бы мы из разных поколений. И иногда в интернете смотрю, о чем эти люди там между собой общаются. И иногда их не очень понимаю, потому что они уже, ну, каких-то других, может быть, ценностях росли. То есть и в другую эпоху немножечко. Ловят покемонов. Но, тем не менее, да, я вот этого не понимаю. Вот этих покемонов всех. И, и когда мы вдруг неожиданно пересекаемся, и они слушают наши песни. И это не мешает вам. Да, и все-таки я понимаю, что мы на одной волне, что я все-таки просто иногда кажется, что я слишком уже стар, я уже не пойму. Ну, не то, что стар, но я слишком сильно... Олдовый. Да, я уже не пойму молодежь, они не поймут меня, эта связь разорвалась. Потом, когда мы находим общий язык, обсуждаем что-то, и я понимаю, что все-таки я понимаю, о чем они говорят, значит, я вроде как еще... Нецензурная лексика. Это, ну, дань все-таки стилю? Или она вот сама собой вот ложится в тексты вот твои? Вот если мы будем... Я понимаю, что панк без мата это уже, ну, несколько вот выхолощенный стиль. Это вот стилистика, если да? Если мы будем вообще рассматривать все слова с лингвистической точки зрения, и вообще даже, я бы сказал, с фонетической, да, то... Просто человечество договорилось, что вот эти все наборы букв мы будем говорить, и их можно, а вот конкретно вот этот набор там из трех букв, из четырех букв, это плохое слово, запрещенное, его нельзя произносить по радио, наложили по телевизору. Наложили табу, табуированная лексика, то есть, да. А это всего лишь набор звуков. Четырех звуков, если мы поменяем эти звуки местами, вообще получится другое слово, и оно уже вообще не становится запрещенным. Во-первых, нужно это иметь в виду. Во-вторых, даже если мы допустим, что существуют приличные слова и неприличные, на основе там 5 неприличных слов было построено огромное количество разных однокоренных производных слов, которые уже не ассоциируется у человека... С неприличными словами, да? С неприличными вещами, скажем так, с какими-то там частями тела, угу, которые изначальные вот эти 5 слов означают. И что же делает слово неприличным в таком случае? Неприличным слово делает контекст, в котором мы его употребляем. Если я, например, описываю анатомию тела и произнес слово из 3 букв, то все понимают, о чем идет речь, что это неприлично. Без перевода, да. Да, угу, да, да. А если я, например, человека куда-то посылаю или выражаю просто какие-то эмоции яркие, вот я просто настолько эмоционально переполнен, что я несколько слов произнес. Конечно же, в данном контексте я не имел в виду половые органы, я имел в виду конкретно эмоции. Выражение эмоций. Поэтому нельзя даже говорить, что в этом случае это слово является неприличным. То есть они могут быть уместными и неуместными просто, на самом деле, как и любые другие слова. Да, вот, и в качестве половых органов ни в одной нашей песне эти слова не используются. Они используются исключительно в качестве вот этих вот художественных приемов, когда нужно выразить ту или иную эмоцию. Как так это бывает в жизни, вот на улице, например, люди могут кричать на кого-то там, использовать слова, или выражать восторг, или там еще что-то. Ну, выражать. Мы все понимаем, о чем мы говорим. Если нам неожиданно наедет самосвал на ногу, я не думаю, что все будут говорить слово квинтэссенция, например. Да, мы скажем другое. И вот эту жизнь,
саму вот настоящую жизнь, как она бывает, не придуманную какую-то жизнь, а настоящую, вот реально жизнь, мы и в песне, в каждой стараемся проецировать, чтобы было как бы... То есть это не для красоты словца, это... Да, абсолютно. Смысл. Это абсолютно. Смысл, это эмоция. Хочется строить песни из таких фраз, которыми думают, либо на которых люди простые общаются, и они, слушая песню, сразу понимают, что о чем идет речь. То есть, если бы я, например, эту же информацию, то есть, или эту речь, которую я сказал в песне, если бы я говорил простыми фразами, так... Как ну, это вот пресно мы сейчас было, общаемся. Это пресно было. Ну, да, я бы старался бы делать такими же фразами, как я это в песне сказал. Поэтому, то есть, наоборот, я вот как бы о какой-то проблеме говорил собеседнику простыми словами, я точно такими же словами просто я зарифмовал, вложил в песню, и вот получилась песня. Например, песня «Нищая страна». Она была вообще написана, когда я работал на заводе и подслушал разговоры коллег на обеде, они как бы некоторыми фразами из этой песни общались между собой. Я просто, впитав это, у меня родилась такая песня, и ее все понимают прекрасно. Вот кто первый раз слышит, сразу, ну, сразу. То есть, и она получилась такая как бы народная, можно сказать. Хотя ее написал я, а не народ. Но, тем не менее, меня вдохновил народ. Народ вдохновил. Да. Спасибо да. тебе большое. Я очень желаю тебе и твоей группе, чтобы песни рождались. Вот, и чтобы их вдохновлял и народ, и земля, и природа, и, я не знаю, там еще какие-то Спасибо. Штуки. Чтобы в следующий раз, когда мы встретились в Украине или в России, мы бы... осуществили твою мечту, мы бы все стали гражданами мира. Ну, эта мечта и так уже, наверное, осуществилась. Мы все, кто, каждый человек, который начинает себя считать гражданином мира, он автоматически им становится. О, мы начали с себя, окей, хорошо. Да, 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 мы показываем людям пример. Ну, да, ну и мира в широком смысле и в конкретном, чтобы, наконец-то, между нашими странами уже воцарился мир, а не только между нашими, потому что на планете хватает там всяких да, конфликтов хотелось и бы... войн. Хотелось бы сказать, что простые это люди, от имени которых, кстати, написана песня «Мы вам не верим», она, ну, писалась, когда только начал ее писать, и был написан первый куплет, как раз вот это началась война ужасная, она писалась вроде как от имени людей, которые живут в России, которые живут в Украине, простые граждане, которые не... Надо же прекрасно понимать, что война – это не война между одним населением и другим, это война между верхушкой одной и верхушкой другой, как если бы это была в 90-х война между одной ОПГ и другой ОПГ. Да? Две организованные преступные группировки между собой делят сферы влияния, и между собой они начинают да. перетягивают одеяло, противостояние, да. убивают друг друга. И здесь то же самое, только на вот этом... каком-то высоком верховном уровне, и если мы себя не считаем членами этой ОПГ официальной, там, государственной, почему мы должны испытывать ненависть? То есть мы обычные люди, если начнется война, то туда нас позовут, на эту войну призовут, чтобы мы там умирали, а их дети не пойдут туда. Они будут учиться где-нибудь в Европе, за границей, да, например. И поэтому... На самом-то деле война может быть только классовая, не может быть войны между одним мирным населением и другим, между там, ну, людьми, у которых есть семьи, дети, дома, и которые просто хотят жить спокойно, там, растить детей, там, ездить на дачу, что там, в России, что в Украине. Никто же не хочет бросить свой дом и пойти там с автоматом куда-то там. Слушайте панков, они такие умные. Я вот сейчас слушаю и думаю, если бы было много таких вот музыкантов из России, поэтов, художников, вообще творческих людей, которые, как правило, они вот ближе к этим вот материям, да,
и мы бы могли общаться друг с другом и передавать друг другу то, что мы думаем, и нашим зрителям, ну, все, мне кажется, быстрее бы закончилось. Поэтому слушайте порнофильмы. Володя Котляров был сегодня у меня в гостях. Тонкий философ, человек с жизненным опытом, поэт, музыкант, просто очень классный, добрый, светлый человек, гражданин Спасибо, мира. Перехвалили даже немного меня. Нет, это то, что я себе представила, общаясь с тобой. Я же тебя вижу первый раз, хотя вот, конечно, готовилась и слушала ваши песни. Вот, если в детстве, в юности нас пугали панками, что это вот нечто разрушительное, то я в очередной раз убедилась, что это одна из не наших так. задач, как у музыкальной группы, помимо вот, того, чтобы говорить о важных проблемах, мы еще очень сильно хотели, когда снова начали играть активно в 2012 году, мы очень сильно хотели, что если у нас вдруг получится на большую площадку, на большие сцены выйти, разрушить стереотип о панках и о панк-роке, который сложился в нашей стране, потому что в Америке, в той же самой, откуда пошел панк-рок, еще в 80-х годах была третья волна панк-рока, которая называлась «Первая волна хардкора». Появилось движение «Straight Edge». Это, ну, можно сказать, ответвление субкультурное от панков, где люди сознательно пришли к тому, что надо вести трезвый образ жизни, сознательный. То есть, и это тоже считается панк-роком, только немного другим. Но у нас в России есть только вот этот панк-рок старый, который в 90-х еще сформировался и на большие площадки вылез. И поэтому, когда молодой человек вдруг начинает интересоваться панк-музыкой и узнает, что в России есть панк-группа, он услышит вот эти только известные группы, которые, в принципе, ну, в традиционном понимании панк-рок, ну, представляют. То есть это, ну, какое-то веселье, там, протест ради протеста, может быть, и там такая вот жизнь, да, веселая, праздная. Ну, есть, конечно, исключения, не будем о них как бы забывать, но, тем не менее, в большинстве своем складывается впечатление, что панк-рок — это вот человек, который пьяный постоянно с иракезом, там, либо в помойке ковыряется. У тебя даже нет иракеза, черт, я думаю, что же не так, иракеза нет. Ну, я раньше носил, но мне не очень нравится иракез, вот. Мне нравится там просто поменьше заморачиваться, раз так чуть-чуть волосы руками живенько стряхнул и пошел. Да. Спасибо. Очень классно. Говорить не переговорить. Приезжай еще, привози ребят. Приглашайте, приедем. Выступайте, доносите. На самом деле, очень содержательная, как вы видели. Беседа, панки — это не алкаши, а наоборот. Кстати, многие российские философы. Музыканты в отношении этой войны, в отношении того, что мы все, в принципе, одно большое население, которое практически на одном языке говорит, большинство музыкантов именно так и думает. И, то есть, это еще одно доказательство того, что это не наша война, это война только тех, кто наверху. Ты просто голубь мира сегодня какой-то, честное слово. Дякую вам. Ну, просто вдруг подумать, что только мы одни такие в России музыканты, остальные все там ничего не понимают. Нет, они все понимают прекрасно. И, кстати, сейчас все чаще и чаще русские группы начинают ездить выступать в Украину. Вот «Анакондас», вот «Луна» сегодня приехала, тоже мы вместе этот тур совершаем. Потом «Animal Jazz» выступает на фестивале, как он называется, это «Республика» или «Република», не Республика, помню. «Республика» есть такой, да. Вот. А группа «Элизиум» вообще постоянно ездит каждый год по нескольку раз, тоже очень они любят. Приезжайте, у нас не страшно. Я дякую вам за увагу, дякую, що витримали нашу бесіду, дякую Володимиру. Дивіться 9 канал, до побачення, хай буде мир. Просто люди, ми так хотим мир, в котором не будет стыдно перед детьми. Мам, почему обнимай мой страх, ты сама вся дрожишь, ожидая по утрам. Как люди станут друг по другу стрелять, миротворцы стопчат цветочные поля. Цены взлетят в небеса, выжив птиц опять. Нам бы не просыпаться, да всегда спать.
люди, нас можно судить, на цепь посадить или просто дать в кредит. Мы кресты, кладбищ, статистик, нули.